Мы все-таки попали на самолет после нашей гонки в аэропорт, где мы уже потеряли надежду на то, что успеем на наш рейс. Кому интересно прогуляться в нашем ванкуверском аэропорту и прокатиться с нами до замечательного мексиканского городка на самолете, оставайтесь со мной. Мы сделали это. Итак, мы прибыли. We did it. We did it. This is with us. We did it. Been turned to gray. We almost made it. Do you have the public boarding pass, please? Yeah, D53. Зарегистрировались на рейс или чек-ин мы еще с вечера, вчера. Поэтому нам осталось только распечатать посадочные талоны и бирку на багаж. Мы быстренько сдадим багаж и побежим на наш гейт. Я обожаю ванкуверский аэропорт. Я обожаю наш аэропорт. Он декорирован местными кудельниками, ну, вернее, их изделиями. Резьба по кедровому дереву. Все это такое в стиле индейцев. Это создает уникальность и штрих экзотики нашему ванкуверскому аэропорту. Мы побывали во многих аэропортах мира, но именно наш ванкуверский аэропорт, на мой взгляд, самый стильный, уютный и красивый. Может быть, это так и есть, а может быть, это моя субъективная оценка моего города, потому что я люблю Ванкувер и все, что с ним связано. Ну, почти все. Ну, 90%. 98%. Не буду включать сюда нашу December. Погоду. It not cold? No, it's really warm in here. Warm in here, yeah? Warm in here. You look nice. Hello, where are you going, Adrian? Secrets. You shouldn't tell them. Okay. But you don't need to know it. Удивительно, здесь, в нашем ванкуверском аэропорту, постоянно что-то меняется. Вот эти вот статуи новые, я их не видела, вырезанные из кедрового дерева. Раньше такого не было, когда мы последний раз летали, год назад. И удивительно, здесь вот просто высажены сады с реальными деревьями, водопадами. Я всегда удивляюсь, живые цветы высажены. Как умудряются они выживать при таком малом освещении? Все-таки недостаточное освещение. Видите, статуи резные из кедрового дерева. Мне очень нравится, как в Ванкувере представляют искусство первых наций, индейцев. Это делает наш аэропорт уникальным. Он передает культурное наследие. Наследие. Это символ Ванкувера. А еще у нас любят очень животных. И везде можно встретить символ бивера, лося, медведя. Их изваяние везде, где только можно представить себе. И вот такой белый медведь тоже гордость Ванкувера. Потому что таких нигде в мире нет. Их можно найти только у нас, на нашем побережье, в Британской Колумбии. И называется этот белый медведь Spirit, то есть дух. Белый дух. И ванкуверский аэропорт использует его тоже как символ декорации. Надо отдать должное, канадцы любят животных, и они делают это не только для показухи. В реале они очень бережно относятся здесь к животным. Настоящие деревья растут. Я? Но, не настоящие. Это все внутри здания.
Из-за спешки нам навряд ли придется перекусить или забежать в магазины, но так мельком проскользнули все-таки. So what's up, man? Is it our gate? Yeah, but there are two flights. First is Нам только что сказали комплимент. Какая красивая у вас кожа на меня. И мой муж напросился на комплимент. И вот он, красивый husband. My beautiful husband is walking. Yeah. So that's we. У нас очень много людей. But these days kids don't hurry, so easy. Did you travel before with another one? No, it's first time. Oh no. Hola. Hola. Buenos días. México. Adica Bunazio. Bunazio. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.